Yanya is very smart man, and he knows luck. And I taught Dharma for a couple years, 3-4 years, and he basically diligently studies. So I'm very happy that. And I authorize and supporting him teach Dharma to Russia and other place. So please support him. Because this new Dharma teacher is very precious, and everybody needs support. New Dharma teacher is everybody has a responsibility to support. Because there's no new Dharma teacher, then peace and happiness of this world will decline. That reason I support Yanya. So please teach Dharma. Я нахожусь в ретритном центре Дзогчен Шри Сингха Сышан, в штате Орегон. Сегодня последний день моего 3-го полугодового ретрита. Последние 3 года я провел 6 месяцев. Каждые 6 месяцев я нахожусь здесь вместе с Ринпочем каждый день. И меня попросили в 2 словах рассказать, что мы здесь изучаем и, собственно, на что мы тратим столько времени. Наш ретрит посвящен в большей степени изучению. То есть большую часть времени мы тратим на изучение. И изучаем мы не только высшие учения Будды, такие как Дзогчен и Тантра. Им уделено лишь небольшое время, но в основном мы изучаем базовые основоположения буддизма, Махаяны. И каждый год мы посвящаем время изучению воззрения, медитации и поведения. Собственно, для чего я это говорю? Для того, чтобы вдохновить тех, кто, возможно, понял отчасти что-то из учения Будды, однако чувствует сомнения, непонимание или отсутствие поддержки, отсутствие подтверждения понимания и переживания. Я говорю это для того, чтобы вдохновить вас на дальнейшее изучение. Хотя Будда сказал, что для того, чтобы практиковать Будда-дхарму и достигнуть состояния Будды, нужно знать лишь одну дхарму – это милосердие. Тем не менее, для того, чтобы узнать милосердие, необходимо изучить, что это такое. И точно так же, как невозможно узнать одну вещь лишь с одной стороны, но полноценное понимание чего-либо приходит лишь со всестороннего изучения и наблюдения, точно так же и сущностное коренное учение Будды о милосердии раскрывается полностью лишь при изучении всех аспектов учения Будды. Помимо пользы, которую мы получаем для себя при изучении Дхармы, мы приносим огромную пользу всем существам. Мы тратим это время не для того, чтобы стать более умными или интеллектуальными, образованными, чтобы похваляться этим или получить какой-либо статус. Мы тратим наше время на изучение для того, чтобы понять, как в лучшей степени помочь каждому существу, которое мы встречаем и которое есть во всех вселенных. Наша цель – это полное, истинное, нескончаемое, безвременное счастье всех существ. Это основное положение учения Будды. Это окончательная цель всех, кто практикует Будда-дхарму. Я хочу сказать спасибо четырем благородным
в первую очередь моему учителю Дзогчен Темпо Чого Ринпоче. Он милосердно учит меня дхарме на протяжении 3 лет, терпеливо повторяя фактически одни и те же вещи для меня, чтобы я мог более глубоко их понять и чтобы я мог применить их в практике, чтобы помочь всем существам. Также я благодарен Будде за то, что он дал столь замечательное учение. Учение о том, как стать счастливым, как обрести радость в каждом мгновении, как увидеть, что истинный смысл жизни сокрыт не в достижениях для себя, но в достижениях для всех, для других. Я благодарен дхарме. Дхарма, хотя она имеет огромное количество слов, огромное количество аспектов, в сущности, она лишь практика благого мышления, практика отречения от неблагого, отречения от того, что мы не желаем для себя. Практика милосердия – это то же самое отречение, направленное на других. Если мы не желаем для себя чего-либо, точно так же мы не желаем этого и для других. И на этом мы и основываем наши мысли, речи, действия. Практика веры – это вера в то, что наша природа, или, иными словами, мы сами, это не беспомощное или не такое уж сильное тело с мозгом, но вера в то, что наша природа – это безграничная мудрость, это безграничный покой, это нескончаемая радость, радость от полного осознавания, что нет никакого самобытия, нет никакой самосущности, нет никакого эго. Есть лишь бесконечное счастье от заботы обо всем окружающем. И аспект любви, аспект благого мышления, который мы называем любовью, это фактически распространение веры на всех существ. Если мы понимаем, если мы видим нашу природу, то, чем мы являемся, и то, чем мы можем полностью раскрыть в себе, мы понимаем, что и другие обладают тем же самым. И это естественное желание, если мы видим, как легко в каждом мгновении быть счастливым самим. Разве не возникает желание поделиться этим с другими каждое мгновение? В этом и есть выражение любви. Каждой своей мыслью, каждым своим словом, каждым своим делом, своим поведением показывать, направлять, демонстрировать, быть примером, помогать всем обрести то же самое, к чему стремимся и мы. И корнем благого мышления или дхармы является мудрость. Мудрость осознавания, что мы лишь мышление на относительном уровне, мы лишь мышление настоящего мгновения. Нет никакого прошлого и будущего, которое существует постоянно где-то там, за горизонтом. Но лишь мышление настоящего мгновения, которое постоянно перевоплощается. Если мы овладеем мастерством успокоения этого эгоцентричного, эгоистичного стремления к счастью лишь для себя, которое является двигателем неблагого мышления. Если мы овладеем мастерством того, что на относительном уровне мы мышления, мы легко сможем постичь и абсолютный уровень. Ведь абсолютный уровень, абсолютная истина не являются чем-то отдельным от относительного. Это отражение относительного уровня. Точно так же, как относительный уровень – это отражение абсолютного уровня. Полностью постигая, что вы лишь мышление настоящего мгновения, вы раскрываете полностью свою природу Будды.
фактически вы полностью осознаете, что вы и есть Будда прямо сейчас. Таким образом, я благодарен Дарме, источнику и причине моего счастья. Точно так же, как благое мышление является, ваше благое мышление – это причина вашего счастья. И, казалось бы, в конце не самая важная благодарность Сангхе, хотя на самом деле это самая важная благодарность. Я благодарен Сангхе истинному условию моего счастья. И Сангхе не тому, что делает Сангха телом или речью. Я благодарен мышлению, благому мышлению всех существ. Каждое небольшое благое намерение, пусть оно даже не воплотилось в действие, пусть оно не нашло условий для воплощения в действие, помогает мне и всем существам. Помогает мне быть счастливым, помогает мне взращивать благое мышление и помогает мне обрести реализацию. И помогает всем существам обрести то же самое. В частности, Сангха помогла мне в этом году. Около 50 человек из различных уголков мира, треть из них из России, помогли мне участвовать в шестимесячном ретрите в этом году. И фактически в районе 100 человек на протяжении предыдущих 2 лет помогли мне участвовать в предыдущих ретритах обучения. Поэтому я хочу вам сказать, нету никаких препятствий для изучения практики. Препятствия, которые вы видите перед собой, это то, чего вы опасаетесь, то, чего вы боитесь преодолеть. Если вы действительно захотите достичь чего-либо, условия сами придут к вам, поддержка придет к вам. Пусть это будет непросто. Я гарантирую вам, на своем личном примере в течение 3 лет было крайне сложно попасть сюда, было крайне сложно изучать Будда-дарму на английском языке. Я гарантирую вам, если вы действительно хотите изучать, если вы хотите действительно практиковать, если ваше намерение благое, если вы стремитесь принести благо другим, принести благо даже в малейшей степени, условия придут к вам. Не только существа поддержат вам, но все Будды, куру передачи линии Дзогчен, все дакини, все дармапалы помогут вам. Фактически, сущность моей речи – это благодарность. Благодарность всем Буддам и благодарность всем существам, в том числе и вам, за то, что вы поддерживаете меня и всех существ своим благим мышлением. Спасибо. Okay, thanks. Here is yours, yeah? Yeah. Here is your certificate for encouraging you, reminding you, become Buddha and teach Dharma. Thank you. Oh yeah. So keep this and teach Dharma. Thank you. Daniela, on behalf of the Dzogchen Tri Sangha Foundation, the Dzogchen Retreat Center, and myself as the 2010 internship director, I'm really incredibly grateful for your coming this far, 3 years in a row. It's been a real honor to be in retreat with you. Thank you. I hope we have many, many more retreats together. Maybe we become good for community. I'm the same. Dzogchen Tri Sangha Foundation would also like to present you with this precious Dzogchen offering incense. Thank you so much for teaching Dharma. Thank you.